Первый сейф был у нас в городе Эскишехир в рамках празднования столицы турского мира Эскишехир. После первого съезда мы начали структуризироваться с тюркскими государствами, с 7 государствами в Эскишехире, которые участвовали с нами, налаживали контакты. И мы начали этот, формировать союз Федерации тюркских журналистов. У нас очень много общего действительно у журналистов тюркского мира. И сейчас, в преддверии открытия этой выставки, мы видели много прекрасных газет, журналов, которые издаются в разных странах. И мы понимаем, что нас объединяет. Нас объединяют общие корни наших народов, общая культура, многие общие традиции.